Что ты ищешь? Я ищу золотую антилопу. Дикая слива. Тигры. Не трогайте его. Это мой друг. Как я рад, что нашел тебя. Что случилось, маленький братец? Раджа отрубит мне голову, если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет. Возьми их! Спасибо! Погоди! Возьми этот бамбук, сделай из него дудочку. И если я буду тебе нужна, подуди в нее 3 раза. И я появлюсь. Раджа, вот то, что ты велел принести. У него волшебная дудка. Если в нее подудить 3 раза, появится антилопа. Thank you.
ты брать? Нет, нет, они обманули тебя! Беги! Угу! Если ты убежишь, я отрублю мальчишке голову. Чего ты хочешь от меня? Золото! Отпусти мальчика. Я дам тебе золото. Сколько тебе нужно золота? Много. А если его будет слишком много? Золота может быть слишком много. Хорошо, но помни, если ты остановишь меня и скажешь «довольно», все твое золото превратится в черепки.